Так, Юпитер, 5 мая 2021 год в Харькове. 5.18 по Киеву. К сожалению, дымка вошла. И поэтому никаких полос, конечно, экваториальных. О, увеличила выдержку вообще. В белесое пятно наш Юпитер превратился. Ну, в окуляр я как-то еще вижу эти намеки на экваториальные полосы. Но это же не то, конечно. Пошли на Луну посмотрим. Какая дымка. Ну ничего, предыдущим дублем на относительно чистом небе снял МКС, Международную космическую станцию, предыдущее видео на канале. Вон какие облака вообще. И Сатурн снял с кольцами, и Юпитер снял. Пути скомкано, и Луну снял. Не в том смысле снял, как снял, висит, висеть она висит, никуда не делась. Ну тут уже играйся, выдержкой не играйся, резкостями уже очевидно. Подожди, это у нас что получается, кратер Платон что ли на линии экватора, ой, экватора, терминатора. А как это я утром не заприметил? Вот он, кратер Платон. Да, ну тут уже ничего не видно, да? Ладно. Будем ждать Аристарха, вижу. Кратер. А не Лунатика, конечно. Хорошо. Выключаю, пока машина не доехала. Доехала. 5.21 по Киеву в Харькове. И 5 же мая. В 2021 году.